Гости нашей программы – это всегда уникальные люди, которые создают уникальные вещи. Они оказывают уникальные услуги, они вообще творят, потому что у них в душе настоящий калининградец, или кёнигсбергец, или, по крайней мере, человек, который не может без творчества. Вот так как Ольга Якорева – это очаровательная леди сегодня у нас в гостях. Я хочу представить вам настоящего мастера, который работает с настоящей красотой. Я так понимаю, красота. Это все создается из меди, да? Да, да, это вся красота создается из меди. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что вы создаете? Вот у вас мастерская, она называется «Листья Кёнигсберга», да? Да. И я вижу, вот сегодня вы принесли в основном, это как раз листики разные, это кленовые, дубовые. Вижу, вроде бы, как есть береза. А вот расскажите подробнее, почему именно листья и почему именно листья Кёнигсберга? Ну, я так назвала свою мастерскую, потому что я, во-первых, родилась и живу в Калининграде всегда. Очень люблю свой город, ценю его историю. И знаю, что наш город был городом-садом, да, и сейчас, наверное, им остается. Вот здесь очень много разных растений растет, и даже есть растения-интродуценты, которые не растут вообще в природе здесь, да. И много интересного природного материала. И вот во время пандемии я увлеклась гальванопластикой, таким новым направлением. Это значит создавать из меди различного рода украшения. То есть вот получается, благодаря пандемии, вот тому, что все сели на карантин, вы вдруг открыли для себя что-то новое. Открыла вот для себя вот такое искусство. Ольга, а чем вы занимались до этого? Вот скажите, потому что это я вижу прям произведение искусства. Я надеюсь, вам всем видно. Это вот очень тоненькой работы листики, вот кленовые вместе. Здесь маленькая улитка. А чем вы занимались до этого? До этого, я вообще по профессии учитель начальных классов. Вот, и как получилось? Это же медь, это же как ее плавить, это как лить формы. Это целая наука. Нет, это очень сложный электрохимический процесс, это формы не лить, это берется просто обыкновенный настоящий листочек, например, лист малины. Вот, он покрывается токопроводящим лаком и опускается в определенный раствор химический. После этого достается, и вот он получается, я принесла прям такие вот заготовочки, вот такого чистого вида медь, вот она такого розового цвета, и, допустим, я ее обжигаю огнем, и получается вот осенний совершенно листочек. Вот такой листок, да, то есть это не я его покрасила, это вот сама природа, вот настоящий лист внутри, да, сверху покрытый слоем меди, и вот таким вот огненным он сам стал, да, с помощью огня. Ну, я применяю еще другие виды патины, вот такая вот бирюзовая патина. Вот. Или еще есть шоколадная или кофейная. Вот такая, да. Вот. И можно не только листочки, но еще и перышки. Например, да, вот берешь перо настоящее. Я даже принесла вот такой образец, когда вот наполовину обмеднилось перо внутри. Вы видите, да, что это из настоящего пера сделано. Да, а сверху просто покрытый слой меди. На листочке так, чтобы вполне возможно было видно на камере. Да, видите, вот эта часть, это живое перо, а остальное превратилось уникальная вещь. Ну, можно вот и грецкий орех, например, я пробовала, да, и очень сложно вот тую, например, да, обменить, когда иголочки, очень сложно. Ну, есть, например, вот жгучий перец, тоже, да, облачила в медь. И, например, самое уникальное, это вот цветок настоящей лесной земляники, да, то есть он настолько нежный и крошечный, что... Я тоже сейчас попробую показать. Вот такие вот есть уникальные вещицы. Не спрашивайте теперь меня, уважаемые. То есть могут быть вот огромные, а могут быть вот такие крошечные, и в том числе вот получаются иногда вот такие яркие, а могут быть вот такого прям естественного цвета, как вот настоящие листочки. Вот, уважаемые школьники, не спрашивайте теперь меня, пожалуйста, для чего вам химия и физика, да? Химия, физика, да, это что? Точные ботаника, науки, которые позволяют любовь к природе, да, природоведение. Создавать вот такие шикарные вещи. А вы занимаетесь реализацией, вы дарите эти шикарные вещи? Или это вот вы полностью ушли из школы и решили, что это теперь ваш хлеб? Да, конечно, я ушла из школы, это просто как мое хобби. Я
размещаю их на своей странице в Инстаграме и ВКонтакте. Это можно все купить? Это можно все купить, да, если кому-то нравится, заказать, даже если вы любите какое-то дерево там определенное, да, или там у вас, вы, может быть, у вас какое-то событие, вы там с девушкой познакомились, под каким-нибудь там, не знаю, кленом сидели, да, вот вы сорвали листочек, грубо говоря, принесли мне, и я могу вот как бы навеки увековечить ваш вот такой вот талисман. Это наверняка не ваше изобретение, то есть вы это где-то подсмотрели? Нет, это просто такая техника, существует давно, и можно делать разные вещи, да, но вот мне как бы, я увлеклась и очень люблю природу, и поэтому вот так вот, вот даже такое кольцо себе сделала, да, что из листа хризантемы. Насколько оно долговечно? То есть, это очень прочные вещи, очень долговечные, и вот вы можете его там ронять, побить молотком, да. Но внутри же живой лист. Внутри обжигается, и уже как бы листка не остается. А, то есть... Да, остается вот только медная как бы оболочка, чтобы для длительного, да, можно покрыть лаком, но вот я люблю как бы такие, они немножко состаренные вещи получаются, да, если патины покрываешь, они как старинные такие, да, выглядят. Ну что ж, я еще раз хочу представить, Ольга Яковлева, это хозяйка шикарного, я считаю, ну, большой мастерской «Листья Кёнигсберга», шикарного такого маленького магазинчика. Ольга, обратите внимание, вот это вот ваша камера, вы сейчас можете обратиться ко всем калининградцам, возможно, кого-то очень заинтересовало. Что вы предлагаете, как вас найти, где? Меня можно найти в Инстаграме. Как? Вот моя страничка. Там, ну как там написано? Можно набрать хэштег «Листья Кёнигсберга». Да, русскими буквами, да? Да, да. Арт-мастерская «Листья Кёнигсберга». Набирайте хэштег, и, пожалуйста, все я выкладываю в Инстаграм на своей странице. Угу. Насколько долго делать ту или иную вещь? Сколько времени на это нужно? Ну, все очень индивидуально. То есть каждое украшение получается абсолютно уникальным, потому что нет двух одинаковых листочков, и также украшения все совершенно разные. Плюс непредсказуемый процесс, даже если я там что-то захочу, да, грубо говоря, сделать, от меня уже, как бы сказать, не зависит, да, то есть вот просто волшебство гальваники. Поэтому это настолько прекрасно, и вот одним из обладателей моей такой брошки стал недавно, да, Александр Васильев. Да, историк моды Александр Васильев, который зачастил к нам в Калининградскую область, он получил вас, от вас в подарок некое ваше произведение искусства. Расскажите, что это? Это была брошь из листа гортензии, которую я назвала «Птица Феникс». Она была настолько яркой, вот получилось. То есть таких еще изделий у меня не было. И я подумала, ну вот кому же она подойдет? Всегда думаешь, да, для кого эти изделия, кому они будут интересны. Вот. И ну, ярче человека, наверное, в нашей моде нет, да, в нашей стране, чем Александр Васильев. И он как раз был в Калининграде и заинтересовался тоже вот этими интересными вещами. Вот. И поэтому вот я считаю, что он шикарный обладатель такой брошки. Ну, жаль, камера не передает действительно той красоты, которая сейчас лежит перед нами. Я надеюсь, заинтересуются калининградцы, гости нашего города, посетят вашу страницу. Я обязательно это сделаю, когда выйду из этой студии. Но самое главное, я надеюсь, что и ваши бывшие школьники, ваши воспитанники точно так же начнут изучать химию, физику и обязательно будут создавать какие-то такие же штуки. Да, в школе очень многие предметы пригодились мне, потому что это здесь и ботаника, и физика, и химия, и все вместе, да, то есть и любовь к родному городу, родному краю. Слушайте, слушайте, дорогие выпускники, не все ТикТок и не все Ютуб. Итак, огромное спасибо, я еще раз вам представлю, Ольга Яковлева, это мастер замечательной мастерской «Листья Кёнигсберга», она у нас была в гостях и показала, что можно творить с помощью таланта и самой природы. Ну а пока вместо душной библиотеки сквер. В читальном зале под открытым небом в Зеленоградске проходит акция «Бери и читай». Волонтеры реставрируют старые книги и бесплатно раздают прохожим. Как и где можно провести пару часов наедине с любимой книгой, мы расскажем далее.